вас двое за дверью. Принято. Чисто. Снять их. Две цели в проходе, 10 метров. По моей команде. В проходе все чисто. Хорошо. Режь. В комнате чисто. Наверх по лестнице. В комнате чисто.
2-2. Отправляйтесь вперед на разведку и проверьте остановки. Выясните, куда они направляются. Ваучер 2-2. Выхожу из боя. Все грузовики сейчас же. Садись, грузовик! Немедленно! Вас понял. Ваучер 2-2. Отправляйтесь вперед на разведку и проверьте остановки. Выясните, куда они направляются. Ваучер 2-2. Выхожу из боя. Грузовики сейчас же. В вашу сторону. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво 2. Вас понял. Давай, Бернс. Кажется, теперь мы одни. База, у нас стычка на станции Респинск. Принято, Браво 6. Команды в пути. Расчетное время прибытия 10 минут. Передайте им, чтобы поторопились. Давай, Бэй. Покажем негодяям, что такое настоящее английское гостеприимство. Не
Местная полиция скоро будет на месте происшествия. Право 2 будет остаться через 5 минут. За 5 минут ничего не бывает! Продолжай прорываться! Они отступают! Грузовик подбит. С нами все в порядке. Что с остальными? База, ответьте! База, где грузовики? Все нормально? Ты снимаешь? Итак, третий день, Лондон. И мы отправляемся... Сара, скажи папе, куда мы идем? Мы идем к Биг Бену! Правильно, к Биг Бену. Ой, а вот и он, смотри-ка, прямо тут. Солнышко, тебе понятно? Папа, посмотри сюда! Посмотри на меня, папа! Она сегодня носится как заведенная. Сара, не уходи далеко! Птички, мама, смотри, птички! Твоя дочка. Точно вся в тебя. В 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн, какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. Оставайся там.
Хочется, чтобы вы прочесали путь впереди. Убедитесь, что мы можем двигаться. Принято! Мы расчистим вам дорогу! Арина-1, мы пойдем вправо! Нам нужно, чтобы вы прочесали путь впереди. Убедитесь, что мы можем двигаться. Принято! Мы расчистим вам дорогу! Арина-1, мы пойдем вправо! Доберитесь до стены! Там только... Идем направо! Вперед! Вперед! Прикройтесь! Есть, закройся! Иди по правому флангу! Заряжаюсь! Готов! Заряжаюсь!
Они бежали вглубь гаража! Ну что, давайте уже на дело! Давайте быстрее! Не дайте себя окружить! Держитесь!
Груз не обнаружен. Повторяю, они не в колонне. Вас понял. Прочешите местность, ищите любые следы делегатов, но поторопитесь. Раптор 4 прибудет к точке выхода через 10 минут. Прием. Этому бойцу нужен брат! Дорогие, поменяйте! Так, вижу цель! На линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно МИ-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти. Пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы в Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Варабе. У меня здесь дел по горло, так что полагайся только на себя. Доброй охоты. Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Мы будем торчать там, как чири на заднице, а скрытности речи не идет. Тогда просто постучим в парадный вход. Скажите Николаю, пусть готовят людей. Если поторопимся, успеем зацепить Варавы, пока не слинял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Браво, заходите в ворота. Николай, обработай их там. Ракеты пошли. Тема по курсу цели. Огонь! Управление на тебе! Открывай огонь! Возвращаюсь для продолжения обстрела! Идем!
подходе еще войска! Юрий, вперед! Надо найти подходящего! Я готов к новому заходу! Юрий, а тебе орудие, накрой эти посты!